случайно молодой человек. Вы в театре работаете? Подойдите поближе, пожалуйста, юноша. Вы сколько лет в театре служите? Второй год. Второй год. А вам кто-нибудь говорил, как нужно вести себя в театре? Нет, никто не говорил. Никто никогда не говорил. Никогда. Вы будете заходить ко мне в гримерку. Угу. Я вам буду... Это большая милость с моей стороны. Ну, я пойду тогда. Рассказывать. Или что, что вы говорите? Запомните одну простую вещь. Не слушаю вас. Одну простую вещь. Внимательно слушаю. Это. А, это, ну. Одна простая вещь. Я понял. В смысле, а. Это театр, молодой человек. Что, простите? Театр. А, вот это вот все театр? Нужно служить театру, а не искусству в себе. И я понял. Вам понятно? Я понял. Мне... Идите, сегодня вы должны усвоить только это, я вижу. Я пойду тогда. Вы небольших, так сказать, способностей. Я, да, можно мне... А теперь срвать! Ой, мамочка, я... Костюмеры! Костюмеры! Там за вас кому плохо. Он, по-моему, с ума сошел. Боже, ну ты нас не пишешь.